случилось наконец в Татарстане, появилась, ну, не без помощи, конечно, гонцов из Москвы, вот такая монетка в 1 рубль 2014 года. С этой стороны все как есть, как было, как и вот на тех же монетах, которые выходили до того, вот 2014 год. А с этой стороны у него вместо номинала 1 рубль просто буква «Р» с горизонтальной зачеркнутой черточкой. А вот такую монеточку еще совет директоров Центробанка в 2013 году утвердил, символ рубля. Вот Эльвира Набиуллина это на пресс-конференции еще сообщила. Сегодня для нас очень важный день. Банк России утвердил один из важнейших элементов символики нашей страны – графическое обозначение рубля. Вот так она тогда сказала. Вот в качестве символа выбран знак перечеркнутой буквы «Р». А именно за этот символ проголосовало большее число участников опроса, проведенного Банком России с 5 ноября по 5 декабря 2013 года. В начале 2013 года Центробанк предоставил на суд общественности 5 вариантов, отобранных рабочих группой ЦБРФ. Значит, в опросе приняли участие 280 тысяч человек. Участники обсуждения отдали предпочтение графическому обозначению рубля в виде буквы «Р» русского алфавита, дополненному в нижней части горизонтальной чертой, создающей впечатление присутствия двух параллельных линий, что символизирует устойчивое положение российского рубля, отметила Набиуллина. Утвержденный символ рубля является вариантом номер 2 и набрал более 61% голосов участников. Вот данный знак по итогам обсуждения набрал 61% голосов. В большинстве отзывов отмечалась простота его написания и запоминания. И тот факт, что похожий знак уже давно используется участниками расчетов. Знак также соответствует стилистике символов двух валют, подчеркнула Набиуллина. Она добавила, что Центробанк считает очень важным, чтобы знак был основан на кириллице, так как является национальным символом. На вопрос, не рискует ли новый рубль быть неправильно понятым в мировом сообществе, ведь в латинском алфавите русская буква «Р» читается как другая буква, как «П», например. Набиуллина подчеркнула, что не видит таких рисков. Например, в слове «доллар» тоже нет буквы «С», используемой в его графическом изображении. Набиуллина подчеркнула, что к настоящему моменту сформировалась объективная потребность в создании такого символа. Россия последовательно проводит политику, направленную на укрепление национальной денежной единицы. Рубль с 2006 года является свободно конвертируемой валютой. Расширяется практика использования российской валюты в межстрановом общении. Москва претендует на статус международного финансового центра, отметила она. Вот символ рубля будет достойно представлять нашу валюту. Предложение ввести символ российского рубля по аналогии с долларом США и британским фунтом были сделаны в середине 90-х годов, и с появлением евро они стали звучать еще чаще. В 2006 году федеральный закон о Центробанке Российской Федерации была введена новелла об утверждении Банком России графического обозначения рубля в виде знака символа рубля. Вот и глава Банка России подчеркнул, что не предполагается никаких принудительных способов введения символа рубля, однако Центральный банк со своей стороны будет способствовать продвижению символа в деловой оборот. Банк России намерен способствовать введению в деловой оборот символа рубля. Уже в следующем году, в 2014 году вышла монета в достоинством в 1 рубль, на которой изображен символ рубля. Вот то, что мы видим перед нами. А также утвержденный Центробанком России графический символ рубля может появиться на клавиатуре компьютера, смартфона и других гаджетов, сообщает Интерфакс. По словам вице-президента-спикера Торшина, законодатели готовы способствовать тому, чтобы символ рубля появился на клавиатурах компьютеров. Они ждут соответствующих разработок от российских технологов.
замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам Журавлев считает, что символ рубля должен появиться также на мобильных телефонах и в других гаджетах. Напомню, что 11 декабря Совет директоров Центробанка утвердил символом рубля перечеркнутую по горизонтали букву «Р». Это в 11 декабря 2013 года. Вот такая у нас на сегодня новость. Ну что ж, поздравляем всех тех, кого это касается, вот с такой новинкой. Спасибо за внимание. До свидания.